Так, братья и сестры, ну, время подошло, праздник начинается, да. И я хочу представить, у нас сегодня бракосочетание будет вести, значит, служитель, брат-пресвитер из города Денвера Виталий Васильевич Воевода. Он родственник под нашим молодым. Вот мы рады, что он с нами, и будем внимательны. Пожалуйста, брат. Братья и сестры, дорогие друзья, все как было договорено, пожалуйста, начинаем. Время наше пошло. Братья и сестры, присаживайтесь. Пока короткое слово. Вчера у меня было такое общение с молодыми. Из разговора и с родителями, и с ними ясно, что есть родительское благословение. Что вот таких, вроде бы как видимых, препятствий никаких нету для того, чтобы церковь дала им благословение, чтобы было наставление молодым. Все условности, которые необходимы для этого, роспись в органах там, государственных установлений, все сделано. И поэтому все вот эти условности выполнены. И теперь важное, мы предстоим пред Богом. Мы будем давать наставление, церковь будет благословлять. И будем ожидать Божьего благословения. Поэтому, чтобы все было устроено, чтобы было все благословено, мы помолимся Господу.
Отец Небесный, сердечно благодарны Тебе за то, что Ты Бог, Бог мира, Бог надежды, Бог любви. И обращаясь к Слову Твоему, мы видим, что то, что Ты учредил в Своем Слове брак, что это от Тебя исходит, и что Ты Сам благословляешь то, что Ты создал. Сегодня пред Тобой Максим и Олеся. Они пришли, чтобы быть благословенными и Церковью, и Тобой. И поэтому мы просим, Господь, присутствуй среди нас. Наполни мои уста, Сам руководи и устрой это сочетание и будущий брачный пир. И все будет, пусть будет по воле Твоей и для славы Твоей. Аминь. Присаживайтесь. Текст в основании наставления выбрал Амоса 3:3. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Ну, как я уже сказал, что если есть родительское благословение, если нету препятствия от церкви, и вот они здесь вместе перед нами, значит, был тот момент, когда они договорились. Договорились пойти вместе. И они вот перед нами красивые, улыбающиеся, ожидают благословения. Много было переживаний, и невеста вчера сказала, говорит, как долго тянется эта последняя неделя. Значит, все нормально. Пойдут ли двое, не договорившись? Господь в Своем Слове учредил брак для продолжения рода человеческого, для того, чтобы люди были счастливы под Божьим руководством, под Божьим водительством. Я хочу сегодня сказать несколько вещей, но это будет после того, как споет хор. И поэтому, пожалуйста, хор. Больше буду смотреть на вас, говорить вам, но это полезно и мне, и всем здесь присутствующим. Первое, что, о чем я хотел бы говорить, что брак предназначен для славы Божьей. Знаете, иногда не совсем понятно выражение «для славы Божьей». Бог сотворил человека, говорит, «для славы Божьей». Что это такое? Ну, не совсем понятно. По крайней мере, мне было не совсем понятно до определенного момента. Когда мы читаем Писание, и что Библия говорит о славе Божией? В книге пророка Исаии, 6 глава, где Исаия видит славу Божию. Увидел все это, посмотрел, говорит, горе мне, погиб я. Я человек с нечистыми устами. Иногда человек не представляет, ну не просто иногда, мы в полной мере не можем осознать вот славу Божию. Ну, более такой же понятный вариант
Откровение, 1 глава, где я на острове Патмос видит Иисуса Христа прославленного, видит Его в славе и падает, как мертвый. Человек не выносит видеть славу Божью. Братья и сестры, Максим и Олеся, что мы можем прибавить к славе Божьей? Разве от нас зависит, чтобы слава Божья стала еще более, еще выразительней? И все-таки, что мы можем сделать для славы Божьей? Когда Иисус Христос прошел свой земной путь и уже перед Голгофой говорит своим ученикам, речь в Евангелии от Иоанна, она в 5 главах выражена, и потом он молится. И это мы называем первосвященнической молитвой. Он говорит: «Отче, я прославил имя Твое, я совершил дело Твое». Какую цель Максим и Олеся усматривают в браке? У молодых иногда может быть много целей. Преуспеть в жизни, построить дом, посадить дерево, родить сына, и так множество. Какая в этом цель? Писание говорит, что самая главная цель – это прославить Бога. Чем мы можем прославить Бога? Писание говорит, жена – слава мужа. И Соломон в притче говорит, что ну, если жена сварливая, вот такая и слава у мужа будет. Вот у него жена такая. Вот. Или дети приносят славу своим родителям. Вроде бы родители, на вид все нормально, а дети вот бывают такие непослушные, вот такие все. И вот это приносит славу, положительную или отрицательную. Если мы дети Божьи, если однажды вы, заключая завет с Богом, давали Богу обещание жить по воле Его, жить жизнью, угодной Ему, то, исполняя это, вы приносите славу Богу. В браке достаточно много вещей, которые принесут славу Богу, или наоборот, имя Божие может хулиться. Наблюдая в церкви за христианскими семьями, мы видим, что в одних семьях есть, присутствует Божье благословение. Дети вырастают послушными, дети следуют за Богом, дети трудятся и служат Богу, устраивают семьи, и семьи благословенны. В других семьях смотришь, и как бы благословения нет. Что-то происходит с детьми, что-то родители не усмотрели. 126-й Псалом. Сказано там о том, что напрасно трудится вот строящий дом, если Бог его не благословит. Поэтому, Максим и Олеся, первое пожелание – делать все для славы Божьей. Делать на основании Священного Писания. Делать не по человеческим нормам, не по нормам этого мира, в котором мы живем, а основная норма этого мира – преуспевать финансово, материально, чтобы не отстать от других. Писание не говорит, что это не нужно, но Писание говорит, что это второстепенное. Прежде всего, все наши действия, будущее в нашей семье, рождение детей, воспитание детей, работа, учеба, все остальное, только с Божьего благословения. Принесет ли это славу Богу? Второе. Благословение. Родительское благословение вы получили. Благословение церкви через несколько минут получите. Благословение Божье. От чего оно зависит? Ну, стоит просмотреть несколько вещей, которые вот мы, верующие люди, в церкви наблюдаем. Я думаю, в вашей церкви тоже приносят детей на благословение родители. И просят, чтобы служители помолились, чтобы благословили их, и ожидают благословения. И после этого мы видим, что на одних детях есть благословение. Они растут в послушании родителям, они растут христианами, и они являются и славой для своих родителей, и приносят славу Богу. В других семьях происходит что-то вот наоборот, обратное.
дети непослушные. Дети вот ведут двойной образ жизни. В церкви они имеют вид благочестия, за церковью они вот, ну, поступают как люди этого мира. Почему? Следующее. Люди, которые обращаются к Богу, которые каются перед Богом, принимают крещение, в церкви их благословляют, молитва благословения. И в будущем происходит, что одни являются участниками в жизни церкви, они делают все необходимое, и в них заметна жизнь Христова, а другие становятся прихожанами. Ну, церковь для них приход. Они пришли, послушали хор, проповедь как-то и ушли. То есть для них церковь – это где-то что-то вот как бы второстепенно. Их жизнь начинается за порогом дома, и они устраивают свою жизнь, но как религиозные люди приходят иногда вот отбыть свое. Почему не срабатывает благословение в некоторых случаях? Бог благословляет тех, которые вот в сотрудничестве с Богом, при обоюдном союзе, вот таким с Богом, Божье благословение действует, когда сам человек участвует в этом благословении. Но если детей благословляют, то мы понимаем, что родители должны приложить все старание. В будущем Бог продлит. Это касается вас. Если вы не приложите стараний, если вы сделаете все, чтобы они были накормлены, одеты, согреты, и все в них было, но не вложите духовные ценности, ожидать духовных благословений, благословений от Бога нереально. Это не что-то магическое, это не что-то сверхъестественное. Помолились, вот тебе благословение на всю оставшуюся жизнь. Нет, это не по Писанию. Благословение Божье обогащает, печали с собой не приносит. Если вы желаете, чтобы ваш брак был благословенным, вам необходимо каждый день, с утра и до вечера, доверять Богу. Понимать, что ваша жизнь вполне зависит от Бога. Мы наблюдаем, что среди неверующих людей есть люди образованные, воспитанные, люди культурные. Люди, на которых посмотришь, ну, скажешь, со стороны внешней, христианин. Ну, вроде бы преуспевающий человек. Ну, и как бы я могу быть человеком преуспевающим и в какой-то мере без Бога? Однако, все эти люди внешне, воспитанные, культурные, преуспевающие, Писание говорит, что они перед Богом грешны. Часто они горды, часто они вот прелюбодеи, любодеи, и все, что касается грехов этого мира, они в этом участвуют. А внешне они вот такие. И для нас, христиан, для верующих людей, и сегодня особо это звучит для вас, что человек имеет силу жить христианской жизнью только от Бога. Человек имеет мудрость поступить правильно, только пребывая во Христе. Человек имеет все необходимое для того, чтобы произвести, воспитать и принести славу Богу только с Божьей помощью. Без Господа можно заработать деньги. Без Господа можно построить дом, иметь жизнь полную культурных мероприятий и отдыха и все прочее. Но эта жизнь будет жизнью без Бога, будет жизнью, зависящей от каких-то обстоятельств. И только жизнь с Богом, жизнь под Божьим руководством является жизнью благословенной, когда независимо от обстоятельств человек счастлив во Христе. Доступно, понятно? Слава Богу. Смотрите, вот в 126-м псалме написано о благословенной Богом семье. Там написано о сыновьях, которые являются как бы стрелами в руке, ну, сильного человека.
На вас лежит обязанность. Но каждая семья, я когда вступал в брак, это было 35 лет назад, мне тоже говорили, наставляли, я слушал внимательно, принимал решение, слава Богу. Старался придерживаться Слова Божьего. Бог благословил. Вы стали на этот путь. Когда родители имеют стрелы детей, но не имеют цели, настоящей определенной, а цель привести к Богу, я думаю, что даже сидящие здесь в зале есть те, которые сожалеют о том, что они не достигли той цели, которую Бог поставил перед ними. Что это значит? Не доставало мудрости. Почему? Не полагались в какой-то мере достаточно на Бога. Потому что мудрость от Бога, сила от Бога, цель ставит Бог и дает мудрость и благословение достичь этой цели. Быть в браке, но потерять детей – это ужас. То, что Бог доверил и не довести до цели – это поражение. Это не благословение, хотя вначале могло быть родительское благословение, могло быть благословение церкви, но мы замечаем, что даже рушатся церкви, не церкви, семьи. Догоняем мир. Почему? Какие-то цели, не библейские цели этого мира. Это не для того, чтобы вам вот сейчас вот испортить настроение. Это для того, чтобы, знаете, есть основополагающие мысли в Писании, придерживаясь которых, все остальное буквально автоматически исполняется. Послушание во всех вопросах, но есть цель прославить Бога. Чем? Вашим браком, вашей жизнью в браке, чтобы и ваши родители, и друзья, и близкие, все, кто вас окружали, сказали, эта семья не похожа на остальных. Когда Писание говорит, что мы письмо Христово, отчего они узнают, что мы Христовы? Да потому что жизнь соответствует Писанию, и вот мы, люди, не похожи на этот мир. Пусть Бог вас благословит, и вы, чтобы были благословенны во всех ваших вопросах. Да, это будет трудно, это нелегко, но только с помощью Божией вы пройдете. И оглядываясь на прожитый путь жизненный, вы скажете «Слава Богу». Третье, последнее. 1 Коринфянам, 16 глава, 14 стих. «Все у вас да будет с любовью». Знакомый стих, да? Что такое любовь? Мы слушали проповеди, мы читали объяснение любви в книжках из Библии. Однажды я прочитал еще одно вот такое вот утверждение, с которым согласился, и уже на одном сочетании молодым говорил об этом. Любовь пропорциональна ответственности. Что это значит? Когда мы читаем золотой стих Писания, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В послании Ефесянам, 5 глава, когда идет там обязанности мужа и жены, прочитаете дома, чтобы знали, там сказано, как Христос и Его невеста Церковь является прообразом брака. Христос так возлюбил Церковь, что душу свою положил за нее. Вот это любовь, это ответственность. Кого любишь, за того полагаешь душу. Не обязательно. Не всегда в жизни случаются обстоятельства, когда нужно положить душу. Но стремление, цель – это может стоять и должна стоять всегда. В чем проявляется ответственность по отношению к мужу? Писание говорит, что жене глава муж, мужу глава Христос. Возлюби Господа твоего, как самого себя. Писание говорит, что Он прежде возлюбил нас, чтобы мы Его любили. И вот несколько конкретно Максиму, как жениху,
наставлений, вещей. В чем должна проявиться твоя любовь как ответственность? Ответственность мужа быть священником в своем доме. В церкви не все являются руководящими. Да? Не все в церкви пресвитера, диакона, там, регента. Но вот всем мужьям от Бога дана обязанность быть священником в доме своем. В каждом христианском доме должен быть алтарь служения Богу. Алтарь посвящения Богу. На твоей ответственность, и через это проявляется твоя любовь к жене, потом к детям, что ты как муж, как священник познаешь волю Божью. Я со своей семьей, с женой такой подарочек привезли, Библию такую семейную там подписали, что есть такая фраза: в каждом поколении есть люди, которых Бог особо использует как инструмент в своих руках, но эти люди любят закон Божий. Это первое, высочайшее условие для священника, для мужа в семье – любить Слово Божие. Мы смело тогда можем говорить: мужья, так говорит Господь, и это закон. Не так говорит жена, не так говорит муж или кто-то, или папа. Так говорит Господь. Слово Божие прежде всего. Священник должен знать волю Божию и научить этой воле Божией жену, а потом детей. В этом первостепенная важность, первостепенная твоя обязанность и ответственность. Во-первых, перед Богом. Он возлюбил, Он доказал свою любовь, Он пролил за тебя кровь. Ты должен доказать свою любовь в семье тем, что ты будешь священником. Это намного важнее, чем построить дом, самый красивый из всех, у кого есть в церкви, или приобрести. Это намного важнее, чем иметь самые такие вот привлекающие вещи. Поэтому ты должен быть священником. Обещаешь? Перед церковью, перед женой, невестой пока, быть священником, обещает. В этом проявляется любовь. Это не все. Ответственность твоя проявляется еще и в том, чтобы обеспечить все-таки семью и жильем, и одеждой, и пищей. Это обязанность мужа. Современные семьи много теряют на том, что и муж, и жена вдвоем окунулись в зарабатывание необходимого для семьи, хотя вот это необходимое в наших глазах очень преувеличенное. И в этой ситуации, когда уже есть дети, они теряют очень много. Приобретая материальное, теряют духовное. Максим, эта ответственность ложится на твои плечи. Моя жена на государственном производстве не работала. Она работала дома. У нас были там и огород, и сад, и все было. И работала, может быть, больше, чем на производстве. Она всегда была при детях. А это очень важно. Не потерять. Не успеем где-то усмотреть, все, дети потеряны. Потом мы можем приложить максимум стараний, чтобы возвратить, но это будет не так просто. Да, добиться успеха можно, но прежде всего успех и благословение Божие присутствует, когда муж на своем месте. Даст Бог жизни, позволь жене быть с детьми. Мой совет. А этот совет дает Священное Писание. Увидишь Божье благословение. Поэтому, прежде всего, семейный алтарь, познание Бога, познание Его воли, передать эту волю жене, передать эту волю Божью детям, чтобы они полюбили Слово Божие, чтобы они полюбили Господа. И поэтому вот каждый из нас рос
Ну, не каждый. Слава Богу, что я вырос в христианской семье. Что родители оказались мудрыми, оставив добрый пример следования за Богом. Не нужно было многих слов, но личный пример прежде всего срабатывает, а потом имеет слово или силу слова, сказанное им. Однажды Христос сказал ученикам, народу, о фарисеях. Они красиво говорили, они были образованные в законе Божьем, но жизнь их не соответствовала тому, к чему призвал Бог. И поэтому они оказались теми, о которых Господь сказал, что вот лицемеры и все прочее. Неудобно всех их слов говорить, которые Христос о них сказал. Не дай Бог, чтобы это происходило в нашей жизни. Быть лицемерами, а говорить потом вещи правильные. Оксане, несколько слов. Оказывается, что тебе тоже любить надо. Однажды после одного сочетания подошел ко мне брат, он был гость из Калифорнии. Он говорит, как мудро сказано, чтобы мужья любили своих жен. А женам вот не сказано, чтобы любили мужей. У них сердце и так любящее, они любят, вот выкладывается все. Я подумал, говорю, нет, все-таки Писание говорит о том, чтобы жены любили мужей. И вот там сказано, Павел дает наставление пожилым женщинам, чтобы учили молодых, что делать? Любить мужей, да? Любить мужей. Не всегда это проявляется. Писание поставило мужа, или Господь поставил мужа главой семьи, а жену подчинил мужу. Это не значит, что жена ниже по творению, что она не теми же достоинствами обладает, теми же самыми, но подчинил жену мужу. Олеся, тебе нужно повиноваться мужу. Если муж священник, если он любит Господа, если он ответственный за алтарь, молитвы, познание Бога, познание Его воли, такому мужу нужно подчиняться. Он пообещал это делать, и он пообещал обеспечивать семью. Твоя ответственность будет в том, чтобы сохранить вот те ценности, которые муж предлагает. Наверное, я много сказал, что жениху уже вот плохо становится. Вещи вполне понятные. Максим, Олеся, тебе добывать, тебе сохранять. И пусть Бог вас благословит. Так я смотрю, что время надо уже дать место хору поучаствовать. Пожалуйста. Сейчас мы их на колени поставим. Thank you.
Не переживайте, это все нормально. Я видел случай, когда жених падал. Наш еще держится. Ничего, все хорошо, все нормально. Братья и сестры, я думаю, что выросшие в христианских семьях, они прекрасно все понимают. И вот время, которое мы нам отведено, оно подходит к концу. Мы сейчас будем молиться. Писание говорит, что брак – это учреждение от Бога, институт Божий. Бог благословляет его. Они сегодня при церкви, чтобы церковь благословила, чтобы церковь помолилась. Я буду молиться, церковь тоже будет на коленях молиться, поддерживать. Перед этим, когда мы будем молиться, прежде всего помолятся родители невесты, мама, папа, потом родители жениха, мама, папа, потом невеста помолится, потом помолится жених, а потом я помолюсь с возложением рук. Сейчас, пожалуйста, правую руку друг другу. Хор еще споет две руки. Или потом, пожалуйста, две руки. А? Уже спели? Значит, они спели не тот псалом, надо были Боже предстали, да? Хорошо. Ничего страшного. Поднимется на ноги, и мы сейчас помолимся. Они пока постоят на ногах, когда помолятся уже родители, они потом станут на колени. И Олеся, Максим помолится, и потом я помолюсь. Давайте встанем для молитвы. Мой дорогой любящий Господь, слава, хвала, поклонение Тебе, Господи, что мы дожили до этого момента, Господи. Благослови, Господи, Олесю, Максим, я благодарю Тебя, что Ты нам подарил Олесю, Господи, что мы могли воспитать Твоей помощью, Господи, что нас служит Тебе, Боже, что Ты подарил Максима в нашу жизнь, Господи, в нашу семью. Благослови их, Господи, помоги, чтобы Ты всегда был ихним путеводителем, Господи, чтобы они всегда искали Тебя, чтобы они всегда были примером христианским, Боже, для других, чтобы их двери всегда были открыты для тех, кто нуждается, Господи. Благослови Ты их, Господи, их совместную жизнь, Господь, благослови также и деток, которых Ты им дашь, Господи, если Твоей воле угодно, чтобы они воспитали их для славы Твоей, Боже. Благослови этот день, благодарю Тебя и поклоняюсь Тебе, мой вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Любящий Господь, в этот час я благодарен Тебе сердечно за все, что Ты посылаешь, Господи. За то, что мы дожили до этого дня, Господи. За то, что мы смогли довести до этого места свою дочь, Господи. Сейчас Ты даришь нам сына. Я прошу одного благословения для их семьи, чтобы они всегда знали Тебя, служили Тебе и любили Тебя, Господи. И тогда в них все будет. Благослови этот день весь. Прибудь с нами. За все прославься. Вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Отец Небесный, в этот час я также предстаю пред Тобой. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты дал достичь, Господи, этого дня. Благодарю, что, Господи, мы пришли в этот дом, Господи, дети наши. Что мы, Господи, просим благословения на наших детей, Господи. Благодарю Тебя за Максима, Господи, который Ты нам подарил. Благодарю, Господи, что он Твое дитя. Благодарю Тебя, Господи, что он нашел Олесю, Господи. Что они вместе пришли к Тебе в Твой дом просить благословения, Господи. Чтобы Ты благословил их жизнь, чтобы Ты прибыл с ними, Господи. Пойди с ними по их жизни, давите до вечности, Господи. Благодарю Тебя, что Ты, Господи, наш Бог, что мы можем к Тебе обращаться, Господи. Слава, аллилуйя Тебе, Господи. Благодарю Тебя и за этот день. Благослови его до конца, Господи. Прибудь с нами. Царь возвеличен и прославлен, мой Бог. Аминь. Аминь. Отец Небесный, слава и благодарность Тебе, Господи, за продление жизни, Господи, что мы дожили до этого дня, Господи, когда можем благословить наших детей, Господи, благослови наших молодых, Господи. Я благодарю за семью, которую подарил мне, Господи.
Прошу за наших молодых, Господи. Останься с ними, Господи, чтобы они всегда в этой жизни помнили, какой дорогой ценой они Тебе достали, чтобы они Тебе всегда славили и благодарили за все, Господи, чтобы уповали только на Тебя. Надеялись на Тебя, Господи, не оставляли церковь, Господи, чтобы они также уважали друг друга, любили, Господи, не огорчали. В этой жизни поддерживали также, Господи. Прошу Тебя, благослови это наших детей, Господи. Также материально, Господи, чтобы они не нуждались в этом жизни, ничего, чтобы имели работу, Господи. Не имели нужды, Господи. Благослови предстоящий пир, Господи. Останься с нами, прославься за все наш Бог, вечный, живой, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Великий, дорогой Бог, я так Тебя благодарю за это время, которое Ты мне дал, за то, что я могу быть здесь, Господи, благодарю Тебя за мою семью, за то, что Ты наш великий Бог, за то, что мы все могли быть с Тобой. Я так Тебя благодарю за то, что Ты наш Спаситель. Благодарю Тебя от всего сердца за Максимочку, за то, что она есть у меня. Прошу Тебя, учителя, Ты благослови нас, нашу семью. Помоги нам, Господи, помоги мне быть любящей женой, мудрой женой для Него. Прошу Тебя, благослови нас. Пиши нам где-то когда-нибудь, Господи, все благослови, пусть все будет по воле Твоей на нашу жизнь, на нашу семью. Славлю Тебя за все. Аминь. Аминь. Господь Бог мой, я благодарю Тебя за этот день, который Господь послал в мою жизнь. Благодарю Тебя от всей души за то, что Ты послал Олесику, Господь, мою жизнь, что Ты, Господь, свел наши пути. Я Тебя, Господь, это благодарю. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты нас завел до этого часа, что мы, Господь, можем стоять перед Тобой, перед Церковью, Господь, и прийти Твое благословение. Я, мой Бог, прошу Тебя от всего сердца. Ты благослови нас, Господь, без Тебя, Господь, наша местная семья, Господь, не устоит, Господь, примоляю Тебя, прошу и умоляю в этот час. Прибудь, Господь, Ты благослови нашу, Господь, совместную жизнь, чтобы, Господь, мы могли посвятить свою жизнь, Господь, для Тебя, чтобы в нашей жизни, Господь, Ты представлялся, Господь, чтобы самое главное, Твое имя было прославлено через нашу жизнь. Прошу Тебя, мой Бог, не оставь нас, Господь, когда во свое время Ты, Господь, пошлешь нам деток, помоги, Господь, не быть пастырем дома, чтобы я, Господь, мог заботиться за семью, Господь, достойно, чтобы я, Господь, мог быть достойно пред Тобой. И эту ответственность, Господь, Ты, который располагаешь сейчас на меня, Господь, я обещаю, Господь, что буду стараться всех моих сил, Господь, чтобы эту семью, Господь, Ты мне поручаешь, чтобы я, Господь, был достойным пастырем дома, достойным был отцом. Прошу Тебя, Господь, Ты не оставь нас, мы нуждаемся в Тебе, мой Бог, прибудь с нами, Господь. Также просим Тебя, Ты благослови остатков этого нашего дня, Господь, прибудь с нами, Тебе хвала, мой Бог. Аминь. Отец Небесный, пред Тобой Максим и Олеся. Ты обещал благословить тех, которые идут к Тебе за благословением, которые послушны Тебе. И мы просим Тебя, чтобы Ты пошел впереди них, чтобы был руководителем их жизни. Пошли им необходимое, прежде всего духовное, а потом все, что прилагается по вере нашей. Боже, будь милостив к ним, благослови, благослови их наследие, если пошлешь им, дашь им жизнь, и пусть все будет для Твоей славы, для их радости, для их духовного роста, для блага Церкви, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Так, пожалуйста, руку друг другу. Псалом уже спел, две руки. Ничего страшного, все нормально. Братья и сестры, от этого момента Максим и Олеся являются мужем и женой. И поэтому мы их попросим поприветствовать друг друга первым супружеским поцелуем. Писание говорит,
что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Писание говорит, что Бог говорит, я ненавижу развод. В христианском браке не может быть развода. Понятно? Они уже нам пообещали. Пару слов к родителям. Они остаются вашими детьми. Более того, в одну семью сын добавился, в другую дочь. Было время, когда вы могли им что-то повелеть, что-то настоять на своем. От этого момента вы можете советовать, вы можете предлагать, не имеете права заставлять. Есть священник, есть помощница, перед Богом решают. Вы должны уважать и своих родителей, и родителей, которых вам подарил еще Господь. Прислушаться к мудрым советам, у них есть опыт. У них опыта много, они воспитали вас. Поэтому пусть Бог вас благословит. А сейчас, пожалуйста, родители могут прийти, поприветствовать, поздравить, потом друзья. Ну и на этом через несколько минут, да, все, которые приглашены на брачный пир, пожалуйста, в зал, где будет проходить брачный пир. У меня есть привилегия первым поздравить. Вот там есть подарочная Библия. Кто-то принесите одному. Лежит. Так, это вам семейная Библия. Тут подписал. Пусть это будет книга в ежедневном вашем употреблении. Ну, мы поручим дружку, чтобы потом передал вам. Пожалуйста, родители.